Друзья, 2013 год. Совсем тогда юный участник фестиваля «Сметанинские встречи» Влад Шумкин. Влад, я тебя не узнала, и мой соведущий тебя потерял, тоже не узнал, потому что ты вырос на целую голову. Влад, ты уже здесь. О, слушай, я там все так забегал за кулисами, думаю, тебе надо выходить на сцену, а ты не знаю где, я тебя не узнал действительно. Да ты вырос. Да, на целую голову. Да и в творческом плане на две. Точно, на целых две. Вы знаете, действительно, в 2013 году мы тоже Влада напутствовали с вами, помните? И, конечно же, все у Влада сбылось. И дальше даже больше. Так вот, Людмила, читай. Представляешь, вот глаза одеру. Ничего себе! Стал лауреатом фестиваля «Гармошка. Душа России». Выступал в концерте Надежды Папкиной и ансамблем «Русская песня». О. И еще вот что я про тебя вычитала. Ты стал победителем конкурса имени Евгения Дербенко в городе Сызрань. Правильно? Правильно. Тебя приглашали выступать в храм Христа Спасителя в фестивале «Играй гармонь, играй гармонь победу». Правильно? Все про него. Ну что же, аплодируйте, гармонист, музыкант, композитор Влад Шумкин, Республика Мордовия. Стульчик вынесите, пожалуйста. Вынесите, пожалуйста. А. Слушая Геннадия Заволокина, друга Сергея Сметанина. Обработка Владислава Шумкина.